Поздравляем Таштагол. С принятием эстафеты работы предстоит сделать много. Ведь выбирая город, столицу областного празднования Дня шахтера, власти региона вкладывают в развитие и будущее города. Междуреченске сделано немало, работы будут продолжены. Об этом сообщил Сергей Кислицын на пресс-конференции. Свою оценку выполненному дали заместитель губернатора Владимир Чернов и замминистра энергетики Анатолий Яновский. Идешь по городу, ты видишь и радостные лица людей, и играющих детей. Я тоже обратил внимание, что очень много детских площадок и таких спортивных сооружений. Поэтому можно пожелать только жителям и города, и Кемеровской области, и нашей всей страны, чтобы таких праздников было побольше. Конечно, город, он и так был замечательный и красивый, но на сегодняшний день это действительно уникальная территория, муниципальное образование. И мы вчера вот очень много ходили по улицам, ну, смотрели, где какие, может, недоделки есть. И вот, знаете, я обратил внимание, что у вас очень-очень много сделано для молодого поколения. Такой уверенности можем действительно говорить, что это, наверное, на сегодняшний день самый комфортный город в Кузбассе. Уверен, что вот те работы, которые в продолжение уже мы сейчас начали, они, ну, часть, наверное, Сергей Александрович, вы завершите до конца сезона летне-осеннего, я думаю, в снег вы войдете, там вот тут же я уже говорил, проспект строителей. Но вся работа, еще раз повторюсь, она проведена была вот так по-хозяйски, основательно, на долгие-долгие годы. Все, что мы задумали, сделано. Я сегодня сказал, что День шахтера для нас – это не какой-то финиш и результат, это старт на следующие годы.